По всему городу работали ярмарки и концертные площадки. Главным событием, которого ждали все без исключения, стал гигантский праздничный медовик площадью в 4 квадратных метра. Такой вкусный, замечательный, сладенький. А десертом музыкальной программы стала певица Юлия Савичева. Она исполнила свои хиты, а глава региона Вениамин Кондратьев преподнес артистке букет цветов и предложил жителям Краснодара вместе сделать краевую столицу лучше. Мы живем в красивом городе, но каждый из нас хочет, чтобы наш город был не только красивым, но и комфортным для проживания. Это наша задача. Сделать город таким, каким мы хотим его увидеть. Если каждый сделает хотя бы одно движение в сторону красоты, комфорта нашего города, мы создадим такой город, который и через 100, и через 200, 300 лет будет считаться шедевром. И этот город под названием Краснодар. С праздником, друзья! С праздником нашего города! Краевая столица праздновала свой день рождения 2 дня, и каждый вечер, конечно, заканчивался ослепительным салютом.